Но высота большая для крока. Если, ну, я имею в виду, если на, ну, на сушу падает. Так что ты, скорее всего, да, просто на эту на землю уебался и умер. Но место вообще супер классное. Если бы тут народу дохуя было бы круто. Я бы тут просто жил, блядь, и ебашил всех, кого только встречу. Тут рядом убежище есть. Но вряд ли сюда кто-то вообще часто ходит. Ну да, мне кажется, вообще супер непопулярное место. Хотя, слушай, на самом деле, мы тут, блядь, вон, этого Зуху встретили. А на лагуне я сегодня, ну, не шибко дохуя кого встречал. Тут кто-то ходит, слышь. Плавает. Тут кто-то плавает. Где, да? Да. Да, я слышу, кто-то прям гребет жестко. Может, кто-то заспавнился? Не знаю, тут у меня маленький Зуха был. Я, короче, ищу. Да, может быть, кто-то заспавнился, кто-то выходил здесь? Вижу, 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 это спиноч. Большой? А, да. Фак. А я почти сап. Где-то на сколько? М? Сколько тебе до сабадов? Половина полоски еще. Ну, я думаю, ты там на пассивке можешь накопиться в кустах где-нибудь. Ну, хотелось бы уже квесты довыполнять и быстрее стать сабом. И вообще, в принципе, не хотелось бы умирать, у меня денежки копятся. Я уплываю. Я его на этот, на ядом нахуячил, на 100 минут регенись. Вообще 0 хп потратил. Тупо в гребень его долбил. Нормально. По контролю его, пожалуйста. Кто там сабик у нас? Ну, типа, не влезай, просто по контролю его, чтобы он не всплыл и не этот. А, он. Не сейчас, могу. Сейчас. Да не, я говорю сабику, который чебупелька. Типа. Я думала, ты сказал мне. Не-не-не-не. У вас воды, не, у вас же нет воды, как вы контролите. А, ну, посмотреть, в смысле, за ним. Последить. Он у вас там, да? Да-да-да, он в воду нырнул. В озере вроде бы, да. Вон он, всплывает. Всплывает на сушу. Так, хорошо. Я заработал. А, он убежал. Да, он хочет это на суше. Че, хочешь на суше драться, Валера? Он на этот дефенсный. Да похуй мне. Ну ты зачем, бля, зачем ты этот на суше, ну как его, торчишь? А. Это ошибка, пиздец. Ну типа он бы лег сейчас. Короче, ну, не плавай никогда, нахрена, типа, сверху плавать, это вообще бредово. Надо нырять всегда. Да, всегда ныряй, типа, чтобы никто, он вообще не знал, откуда ты вылезешь. Он бы сейчас лег, короче, мы просто отъебали его. Покусали жестко. Он за мной идет. Да-да-да, надо, чтобы он нырнул. В воде его вообще супер изи что-то тушить. Он вообще такой неповоротливый, пиздец. Угу. Чё, Вася, драться будешь? 200 монет не хватает, чтобы воду плавать. Я не понял, у него хвост есть вообще нет. А, есть. Аккуратно, аккуратно. Ух. Больно бьет. Давай так, я пеникон, и ты личи собирай. Угу. Надо с левой стороны заходить. Я даже знаю, почему ты согласилась, потому что личи больше, да? Нет, потому что я возле. Аккуратно, аккуратно. Как-то у него быстро хвост перезаряжается для такого веника. Все, все, побежал за мной сразу. Нормально, нормально, он уже не бежит, можешь регениться. Идем. Хилься. Блин, будем его душить просто. Я нет, сейчас. Квест забагался. Да. Нет. 0% contribution. Да это нормально, вы сдадите все четко. У меня все нормально идет. У меня по нулям. Типа, как будто я не выполняла его. У меня так тоже было, у тебя все равно потом засчитается. Да? Ну ладно. Просто я помню, когда-то давно я играла, и у меня с кем-то такое было, и у нас вообще нам денег не дали за квест. У тебя прям, наверное, полностью дефенсное негование, да? У меня? Да. Нет, скорость. Пизда! Куда же он тебя тогда так бьет хвостом, что у тебя поменьше снимается? По хвосту. М-м.
Бежит за мной? Да. Да. Мне надо срочно лечь, скинуть блит. Подоков, сейчас откинь. Есть, нет. Успеть! Ебать! Успел, успел. У него чисто просто пустая полоска хп. Да. А я долго под ним жил, и он мне по ебальнику последним ударом, прикинь, попал. Кацарапками своими. То есть он хвостом бил по хвосту, я просто боком стоял перпендикулярно. Контроль его. Иди к нему, он возле меня. Сейчас. Где он? Он. А вот он, офигеть, его нереально не заметил. Топает? А чё ты к нему-то идёшь? Я просто, чтобы он не лежал. Всё нормально. Так, я, короче, пью воду, ем и этот... Ешь-пей-жуй, да. Идёт к тебе. А, я вижу. Чё он делает мне? Попробую-ка я эту сраку. Аккуратно. Просто не давай ему лечь, и все. Типа, просто контроль. Ну, не умирай, пожалуйста. Пожалуйста. По-братски. Я пошел найду еду себе. Тун хвостом тоже. А, Зуха, что, уже все? Не едабельный? Здесь соль у меня есть, кстати. Я не знаю насчет Зуха, едабельный или нет, потому что я не помню, где он вдох. Это здесь, но трупов нету. У меня здесь соль, если что. Если надо. Не, у меня еда нормальная, просто я имею в виду, чтобы вообще до фула докинуться. Ну ладно, как хочешь, я пошла. Иду. Ой. Это косер. А? У вас место в пати есть? Нет. Не особо. Не особо. Ноль. Как это не особо? Как понять? Ну, не особо. Короче, когда он меня мало бил, я просто перпендикулярно стоял в ноге левой. В правую не заходи, правая баганная, короче, в нее ты, ну, ты не дотягиваешься до нее, только в левую. Плюс у него хвост бьет сначала вправо, а потом влево. И левая часть первой, ну, попадает по хвосту. Короче, уходи. Он мне как-то ударил багана опять же. У тебя блиц? Да, 7 минут. Блять, иду, короче. Сейчас. Он тебя с одного удара на 7 минут заблидил? Да. Да, он больно бьет. Жестко. Да, я контролю его, скинь блиц. Я уже. Ну иди сюда тогда. Да я до регени все буду пытаться его долбить. Что-то там машет своим хвостом. Сейчас мне надо рыбу какую-то найти. Потому что мне еды. Честно, давай. Не и мне. И наешься, и мне тогда ищи. Да, зашибись. Ну я же говорю, мне ничего не дали за квест. Класс. Просто супер. Серьезно? Монет не дали, а рост дали? Ничего не дали вообще. Нафиг я его выполняла. Ну я смогла хотя бы вот по вот этим вот 200 лучисом собрать. Мне только 200 монет надо было. Лично это озеро какое-то проклятое. Я тут никогда рыбы не нахожу. Но Зухова выносил рыбку. Здесь есть рыба. Просто она мелкая. Вот это пошел спинч. Да я ж тебя прям ем, рыба. Рыба, я ж тебя ем. Рыба моей мечты, стой. Ты капец какой-то. Че, может она жрать ищет? Типа еды-то нет. Себе плавание купить? Нет, еще мне не хватает немного.
Посёк, застрял. Он вокруг озера просто ходит что-то. Вася, ныряй! Да в воде лучше этот... Ты же спинозавр, ты водный, парусом, вся хуйня. Давай, ныряй. Бля, ёбаный рот. Николай Анатольевич, ну ложитесь в воду. Ну, у тебя там ходит? Да, куда ты пошел, блин, на север. Я знаю, тебя можно поймать. Да, по-моему, вот в этой игре в торговых центрах хваталки были легче выбить награду, чем тут рыбу поймать. Он в пещеру, походу, идет. Неплохо так рыба восстановилась. Да, он, походу, в пещеру идет. Прикинь, блядь, стекло. Боится на Голландию. Ой, ёпта мать, нахуя он по хвосту срапнул меня. Я вам тут местечко нашел, конечно, интересно, интересно. Ладно. Зачем вы мне ее дали вообще? Квесты переспавнивали. А. Кому-то. У меня тут кто-то ходит. Закончилось уже все. Иначе, черт, почему игуана? А как это называется? Спиныч. А, это спиныч? Да. В смысле? Там, когда какой-то травоядный прошел, я не знаю, но это явно не был на спиныч похож, он вообще на четырех лапах ходил, и это уже все. Это что, вторая сторона? О, это бан. Все еще будет бан. Бубель. Да. Тебе нужна эта поддержка в виде питания. Ешь. Где еще личи есть? Че, наверх залезу? Пойдем. Задушим. Сейчас скину где-то. Давай рыбку. Пахан. Так, ну репорт будет для этой игуаны. Нехуй нарушать, вонючка. Кибербуллинг. А рыбка вкусная? Так, смотри, сначала посмотрю, вот тут раз, два. Угу. Вот
тут один, и вот тут огромная куча из трех, кажется. Огромная. Ну, вчетвером мы задушились. Она палит.